ему на ногу наехали? Что он вам сделал? За что он вас хочет ударить? За что он вас хочет ударить? Давай не бегать. Мужчина, мы вызываем милицию, вы никуда не поедете. Я на видео сняла. Вызовите. Молодой человек, вызовите милицию. Вызовет, пусть они разбираются. Я на видео снимаю. Я вызываю. Какой номер милиции? Набери 002 или 112, там что-нибудь. Они, да, не соединяют. На улице Вавилова, автомобиль... Дом 23 напротив. Напротив дома 23 Вавилова водитель автомобиля Volkswagen белый наехал на пожилого человека. В общем, конфликт тут, да. А-155-МВ-777-РУС. Нет. На проезжей части он его прям на ногу подвесил. Так получилось, что он... Вышел из его машины, а тот стартанул. Мужчина вышел из машины, из его. Он стартанул, а у мужчины, видимо, оставались какие-то вещи в машине. Он побежал за ним, а у мужчины, у водителя, была открыта форточка. Вот. И тот мужчина кричит, такой, остановитесь. Вот. А он его прижал так стеклом. И начал ехать, и мужчина упал, и он ему на ногу наехал. Чернышов. Да я вижу, я ехала в трамвае, я вижу. 8926-249-0225. Мы это на видео сняли еще. Дело не в деньгах, тут решили чуть наехать еще год. Понимаете? Причем здесь деньги? Сейчас... Скорая нужна? Скорая нужна? Ну мы тоже снимаем на видео, да.